Итак, сегодня у нас в гостях Кириллова Галина Николаевна и Даниил. Собственно, мы закончили работу по усыновлению. Это была достаточно большая, интересная, непростая работа, нетривиальная для нас. Работали мы около 6 месяцев, и вот теперь я хочу спросить Галину Николаевну, как вам с нами работалось, что в конечном итоге, как, что получилось. Пожалуйста, несколько слов коротко. Ну, я всегда чувствовала, во-первых, как только я пришла в ассоциацию де юре, мне очень понравился прием, работали со мной в первую очередь. Вот Павел Владимирович, он как бы поддержал меня в моем начинании. Я оказала очень большую именно моральную поддержку. И я смогла начать этот очень тяжелый труд по усыновлению ребенка, тем более иностранного государства, который оказался волей судьбы в Ташкенте. И теперь, могу сказать, по протяжению этого времени я всегда чувствовала эту поддержку по интернету, в переписке, в телефонных разговорах от Ивана Ивановича Жукова, который мне оказал эту большую помощь. И мы успели все сделать вовремя, и вовремя привезли ребенка. И Данечке будет 7 лет в августе, и я сумею его подготовить к школе. Большое спасибо всем сотрудникам за оказанную помощь, содействие и поддержку, ту, которую нам осуществили. Спасибо вам, Галина Николаевна. Мы считаем, что мы смогли поучаствовать в таком хорошем, добром деле. И ваши теплые слова для нас, на самом деле, лучший результат. Мы желаем вам только самого хорошего. Если какие-то вопросы будут, всегда обращайтесь к нам. Никаких денег за консультацию мы с вас брать, разумеется, не будем. И хотелось бы попросить Даниила дать 5. Ты можешь сделать это так, чтобы бабушке в нос, маме в нос не дать? Спасибо большое. Вы даете разрешение на размещение с нашим сайтом? Конечно. Спасибо.